Даем старт. Поехали. Итак, торжественно, камень встает на места. Еще одному долгожданному объекту в округе Быть. В Монине состоялась церемония закладки первого камня в основании плавательного бассейна. Вместе с жителями глава округа Андрей Булгаков дал старт строительству нового здания. Я помню 2020 год. Основное пожелание и просьба была мне как новому главе как раз вернуться к вопросу о том, чтобы все-таки бассейну новому на территории Монина быть. Хотели в 2021 и 2022 году уже сдвинуть это с мертвой точки, но здесь и пандемия, и общая история государства, то, что идет специальная военная операция, и много ресурсов нужно на важные военные нужды. Но, несмотря ни на что, мы сделали возможным с поддержкой губернатора то, что мы сегодня начинаем строить этот бассейн для всех жителей Монина и нашего большого Щелково. То, что мы сегодня здесь собрались, это не только праздник, но еще и большая ответственность. Ответственность за свои слова, за поступки, за действия. Потому что в ходе встреч, в ходе отчетов депутатов всех уровней в Монина всегда на всех мероприятиях задавали вопрос, когда же мы получим обещанный бассейн. И сегодня то, что мы закладываем камень, это показатель того, что у нас слова превращаются в действия. И то, что команда городского округа Щелково, команда губернатора притворяет все планы амбициозные, смелые в жизнь. На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном заложен год. Затем на этапе благоустройства территории вокруг здания построят парковки, тротуары, уложат дорожки, проведут работы по озеленению, установят лавочки. За ходом строительства этого важного инфраструктурного объекта глава округа пообещал следить лично. Виктория Мельник, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.